Как всем известно, монохром – это использование одного цвета или его оттенков в том или ином виде. Сегодня так называемую однотонность можно встретить повсюду – в одежде, в архитектуре и, конечно, в изобразительном искусстве. В Твери открывается выставка работ, которые выполнены всего лишь в трех цветах – белом, сером и черном. Что из себя представляют монохромные произведения искусства, расскажет Елена Кандидатова. Одноцветность – прямое значение монохромности. В основе этой техники лежит один цвет и множество его оттенков. Черный, белый, серый – верные спутники монохрома. Такое цветовое решение отвлекает от наносного, яркого, кричащего. Дает возможность увидеть не сам предмет, а его суть. Некая строгость, некий стиль. Определенные границы, в которых изобразительное искусство может, имеет право жить и даже обязано. Потому что оно разнолико и многообразно. К участию в выставке «Монохром» приглашены все художники Тверского областного отделения Союза художников России, а также молодые и талантливые авторы, выпускники и студенты старших курсов Тверского художественного колледжа имени Венецианова. Проходил тщательный отбор, где прежде всего обращали внимание на качество и, конечно, однотонность работ. Я так по природе все-таки график, я не живописец, поэтому как раз вот эти средства, черные, белые, серые, они мне очень близки, и по сути, это как бы моя стихия. В последнее время работаю с цветом, но все-таки главное как раз работа черного, серого, штриха, линии, пятна, силуэта. Вот такие как бы средства мне как бы близки, и мне, в принципе, как-то комфортно ими в этом находиться и этим пользоваться. И, в общем, для меня это было очень как-то органично. В экспозиции представлены произведения, выполненные во всех видах изобразительного искусства, в различных техниках и жанрах. Эта выставка не эксперимент, как может показаться. Это возможность визуального осмысления темы оттенков во всех видах пластических искусств. Главное условие выставки – ничто не должно быть цветным, включая рамки и паспорту. Лишь белое, серое или серебристое и черное. Каждый штрих, заливка или мазок в графике или живописи, материал или покрытие в скульптуре или объекте любой формы – все это должно быть монохромно. Белое и черное – крайние границы тонального диапазона, который предполагает использование большой гаммы нюансов в этих пределах. Это позволяет каждому участнику большого проекта посмотреть на свое творчество под другим углом, в другой палитре, донести свою мысль, пользуясь только тремя цветами. Сам проект, сама выставка должны привлечь своей неординарностью, нетрадиционностью. Пусть каждый, кто приходит, находит в этом кто-то свою прелесть, кто-то у кого-то вызовет разные чувства, ассоциации и так далее. Окунуться в безграничность трех оттенков сможет каждый на выставке «Монохром» – белое, серое, черное. Возрастное ограничение 0+.